Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим слуховой динамик на iPhone 6s. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Откручиваем. Далее необходимо отщелкнуть дисплейный модуль от корпуса. Это можно сделать металлической лопаткой. Отщелкиваем. Открываем. Теперь необходимо открутить 4 винтика металлической защиты. Если ваш слуховой динамик не воспроизводит звук, это примерно в 60% проблема с самим слуховым динамиком. Также это может быть проблема с верхним шлейфом, либо проблема на печатной плате. Сейчас мы рассматриваем ситуацию, когда проблема именно со слуховым динамиком. Теперь необходимо отщелкнуть шлейфа. Раз, два и три. Откручиваем несколько винтиков. И последний винтик. Снимаем металлическую защиту. Убираем камеру в сторону. Устанавливаем новый слуховой динамик. И прикручиваем металлическую защиту. Также ее прикручиваем на 3 винтика. И последний винтик. Прикрутили. Теперь необходимо установить дисплейный модуль. Подсоединяем 3 шлейфа. Берем металлическую пластину. И прикрутим 4 винтика. Первый. Второй. Третий. И четвертый. Прикрутили. Теперь защелкаем дисплейный модуль. И закручиваем два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.